Уже на подходе к парку были слышны зажигательная музыка и радостные детские крики. И здесь ребятам было где разгуляться. Детские площадки, батуты и мини-зоопарк. Центрами досуга и библиотеками Ленинского района представлены разнообразные творческие мастер-классы. Аниматорами организованы подвижные игры, эстафеты и соревнования. Особое внимание детей привлекла кухня, которая развернулась прямо на поляне. Здесь каждый мог приготовить яблочный пирог своими руками. Никита Балакин рассказал, что старается дома маме во всем помогать. И узнав о возможности научиться готовить шарлотку, поспешил к столу. Я часто помогаю маме готовить, а тут я буду ей еще и помогать готовить шарлотку. То есть я люблю маме помогать ей вот именно почему-то готовить. По всей территории парка расположились фотозоны, чтобы запечатлеть радостные моменты праздника. Гостей угощали яблоками. Всероссийским институтом садоводства было представлено более 30 сортов этого ароматного плода. Профессор Антонина Борисова считает, что яблоки – главный элемент нашего здоровья. Они способствуют выработке в организме гормона счастья эндорфина, снимают агрессивность, убивают всю вредную микрофлору. Ведь не только через желудок и здоровье приходят, как древние сказали, через глаза они красивы, и через запах они очень ароматны. Чуть позже началась концертная программа. И в этот день местные артисты радовали гостей песнями и танцами. Среди участников народные коллективы и учащиеся детских студий. Во время концерта была проведена лотерея. Шанс получить выигрыш был у каждого. Первый приз разыграл глава Ленинского района Валерий Венцель, после чего поздравил всех с преображением Господним. Я, вы знаете, от всей души вас поздравляю с этим замечательным праздником. В первую очередь, конечно же, желаю всем нашим семьям счастья, благополучия, мирного неба над головой. И чтоб пускай у нас всегда побольше будет солнечных, ясных, радостных дней. С праздником! Этот день был солнечным не только от ясной погоды, но и от улыбок гостей парка. Отмечать яблочный спас в Расторгуеве стало доброй традицией для многих семей нашего района. Только радости, особенно для детей. Вот что нам очень понравилось: мастер-класс, музыка, программа, игры, эстафеты, вот и все вот такое вот в разных ярких красках, вот эти яблоки. Вот это уже пахнет нам, конечно, осенью, но мы еще не хотим прощаться с летом. И несмотря на скорое окончание теплого сезона, лето продолжает радовать нас ясными деньками. А яркие праздники заряжают энергией до следующего года. Алексей Мельников, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.